Добрый день, меня зовут Татьяна. На данный момент я нахожусь на форуме KidStuff «Советчица» и увидела такой вопрос, на который хотелось бы мне ответить. Всем приветик! Девчонки, помогите, хочу бабуле подарить сушку для фруктов. Вопрос вот в чем. Чтобы не особо дорогая и работала хорошо. Если можно, напишите, у кого какая фирма. Спасибо. Ну что ж, Валерий, я думаю, помогу вам разобраться с этим вопросом. Уважаемая Валерия, предлагаю вашему вниманию электросушилку «Ротор» производства России. Эта электросушилка бытовая, предназначена для сушки фруктов, ягод, овощей, белых кореньев, грибов, лекарственных трав, а также сушка рыбы и мяса. Мощность аппарата 520 Вт. Поддоны изготовлены из огнеупорного и пожаропрочного пластика. Объем электросушилки около 20 литров. Масса загружаемого продукта 3 до 5 кг. Вес электросушилки «Ротор» 7 кг. Также электросушилка имеет 5 поддонов. Сушилка «Ротор» состоит из металлического корпуса, куда входит вентилятор. Также 5 поддонов, выполненных в виде сита. Терморегулятор с выбором температуры и крышка. Максимальная температура на нижней решетке 70 градусов. Также есть защита от перегрева. И хотелось бы отметить, что электросушилку без решеток можно использовать как дополнительный обогрев. А сейчас расскажу вам вкратце о принципе работы электросушки «Ротор». Для начала вы включаете его в сеть, сразу же слышите звук работающего вентилятора. Вот сейчас я вам покажу, как это. Вот видите, работает вентилятор. Устанавливаете нужную вам температуру. Для хозяюшек есть также маленькая подсказка на самой крышке, где нарисованы продукты. Также внизу указана температура, желаемая для сушки этих продуктов. Режим работы сушки продолжительный, в среднем от 2 до 20 часов. Ну и давайте проведем маленький тест-драйв. У меня есть яблочко. Сейчас мы его разрежем. Предварительно, естественно, оно помытое. По поводу сердцевины, это на усмотрение хозяек. То есть кто-то хочет вырезает, кто-то не вырезает, но мы вырежем. Итак, снимаем крышечку. Использовать мы будем верхний поддон. Итак, смотрим. Яблоко у нас сушится 6-7 часов при температуре от 50 до 70. Выставляем температуру. Поставим среднюю 60. И нарезаем тонким слоем яблоко. И выкладываем. Хотелось бы отметить, что заблаговременно резать продукты нежелательно. Вот выкладываем. Вот так вот выкладываем. Накрываем крышечкой и ждем. Уважаемая Валерия, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Приобретайте, сушите, делайте заготовки на зиму. Приятного аппетита!